Вышла новая история «Покоряя Версаль». Вот я думаю, надо начать с нее, потому что она может оказаться говном. Потом «Идеал», потому что он мне не нравится. Потом «Сердце Треспи», потому что душнина ебаная. Потом «Арканум», потому что, опять же, он мне не нравится. Ну и так далее. По степени убавления моего жопоподгорания. То есть, чем меньше у меня горит жопа с историей, чем больше я хочу ее прочитать, тем дальше я отодвигаю, потому что она излечит травмы, нанесенные другими историями. «Покоряя Версаль». Сможешь ли ты обрести независимость и найти любовь в Версале? При коварном дворе Людовика XIV, будущей обедневшей дочерью мелкого аристократа? Нет. Я решила, что не буду больше выбирать фаворитов. Типа их так позорно прописывают, что проще проходить по пути одиночки, чем вот это говно, где когда нужно кучу выборов сделать, чтобы кто-то там остался жив. Проще вообще быть без пары, никому там, блядь, не привязываться. Умер и умер, чё бубнить-то? Нихуя себе. Альтернативная вселенная, где я просто покупаю. Мне предлагают имя Рене. А ты какое предлагаешь? Я предлагаю имя «Идите нахуй». История о том, как я попала в Версаль и покорила двор короля солнца в Людовике XIV. Это худощавая! Поехали, будем такими. Только, блядь, запомнить бы, как я выгляжу. Thank you.
выбираю путь гедонизма, ребят. Thank you.
сериальчик. Я чаи забыла купить. Ну, видимо, как чаи закончатся, так на сегодня все. Thank you.
простая. Декаданс на грани разорения. Не знаю, как ты большего ожидалось от сериала. Он пока совершенно беззубый. И выборы на гедонизм не особо про гедонизм. Ну, за исключением парочки. А, все, хорошо. Так, теперь... Идеал. Идеал.
даже не знаю, мне есть смысл играть, если мне вообще дали персонажа, которого у меня, по идее, не должно быть в сюжете. Это пиздец, я, блядь, и как? Ну, мне надо переигрывать эту серию, получается. Ну... Это пиздец. Ну, то есть, я не могу вообще ни во что сейчас играть. Потому что у меня одна чашка, и мне бы как раз хватило на серии идеала, но здесь испорчена серия. Это пиздец, блядь. Да, я не знаю, у меня, ну, чашек нет. И у них баг в идеале. Ну, типа, я выгнала противного мужика в первой же серии. Но здесь как история про реалити-шоу. И, типа, там вот есть набор из... фаворитов, да, вот как и на всех реалити, и ты по одному выгоняешь на церемонии выгона. Ну, я уже двоих выгнала, и вот сейчас прохожу серию, и мне дают чувака, не того, с кем, как бы, в прошлый раз я была, да, а возвращают того, кого я первым выгнала. Нет! И там, типа, построено так, что он мне нравится, точнее, моей героине, но он мне не нравится, это противный мужик. Это пиздец. Что делать? Откатывать серию, не играть ее, пока не починят. Ну, типа, я не могу дальше проходить. А остальные истории, там больше одной серии вышло, я не могу их начать, потому что мне чашек не хватит, чтобы полностью историю закрыть. И что, одну серию пройти? Нет, все, в пизду. Буду ждать, пока они извинятся и выпустят обнову, починят историю идеала. Ну, это... Ну, вчера вышло вечером. Ну, у них там ВКонтакте опрос, типа... Какие баги были встречены? Я им написала, типа, вы охуели, подсунули мне пидора, которого я отсеяла первым же, потому что это противный, сука, мужик. Ну, все, я не могу играть, я, видимо, буду играть, когда уеду уже. Ну это пиздец. Я не могу пройти историю, потому что она сломанная, блядь.